Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить зомби-война. И я смотрю, у нас уже стоят охламоны, ждут, когда я кого-нибудь выведу. Ну, я пока тоже подожду, потому что я прекрасно знаю, что сейчас побежит волна. Волна зомбарей противных. Ну, где вы там? Вот они. Ну что ж, давайте вызывать строителя и Марину. Погнал. Главное, чтобы все получилось у нас. Ну, трех звезд нам уже не видать в этом раунде. Но это и не суть важно, нам главное пройти. Ты смотри, что делает, а, этот кепочник. Блин, еще два жердяя вышло. Гнилорукие, короче. Давайте, давайте быстрее. 35 мне нужно, чтобы вышел мой чоппер. Ай, встал. Ну-ка, устрой-ка им там карнавальную ночку. И нужно мне, блин, храбрости-то совсем нету. Ой, а что такой дамаг-то у тебя маленький? Ёлки ты палки, вот это я профанул. Ладно, давай хотя бы этого загасил, малорик. Так, строитель. Блин, нежданно, негаданно. Не думал я, конечно, что чоппер у нас такой слабый. Давай, выходи, родная. Ага, значит, огнестрел довольно неплохо валит этих в синих бронежилетах или в чем они там, я не знаю. Так, побежал резчик. Надеюсь, он успеет, как говорится, разобрать их, не эту баррикаду. Оу, храбрости-то у нас прибывает. О, ребят, смотрите-ка. Довольно неплохо у меня резчик работает. И зергут, как говорится. И мы проходим с вами 52-ю миссию с 90% от автобуса. Отлично. Получаем с вами опыт, звездочки. Шикарно. Ёлки-палки, у нас тут еще открывается. Так, жалко, у меня бензина маловато. Ну что ж, давайте тогда 53. Не, подождите, а это какая у нас? Вот, нет, 53-ю давайте тогда. Чего мы на 54-ю будем? Так, отлично, что у нас здесь? Так, это что такое? Практически неубиваемый зомби. Но горит хорошо. Так, понятно, будем знать, что вот эти вот чувырлы, скажем так, немцы или кто они такие, слабы к огню. Это хорошо, но у меня, как видите, нету ни одного чувачка с огнем. И даже нету коктейля Молотова. Ох, сколько вас тут набежало. Ну-ка посмотрим, как они... О-о-о, огнестрел тоже их, кстати, хорошо берет, как вы видите. И это мне на руку. Блин, ну их тут слишком много. Так, строитель, давай-ка глянем, что ты сможешь с ними сделать. Практически неубиваемые. А, понял, ребята, они сейчас, наверное, будут... Так и есть. Ёлки-палки, они будут воскрешаться постоянно. Вот и раз. Но зато они сами по себе ватные. Так что есть шанс у нас, наверное, пробиться. Если никто, конечно, больше не выйдет. Ёлки-палки, орды, просто орды тут. Смотрите, строитель довольно неплохо у меня продержался. Чоппер тогда тоже должен тут нормально держаться. Так, давайте этот баллон поставим. Я надеюсь, у меня сейчас шарлоточки продержатся здесь. Ёлки-палки. Не, ребят, скорее всего, тут нифига у нас не выйдет. Хотя... Если сейчас у меня резак не подкачает, мы эту миссию с вами пройдем. Давай, 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 родная, там, бомби, бомби. Ну, осталось немножечко, блин. Есть, ребята. Есть. Мы прошли этот уровень. Ну что же, продолжаем. Так, ребята, ну что же. У нас тут открылось еще две локации, да? Ну-ка, 55-й, а здесь 54-й. Ну что же, наверное, начнем тогда с этого. Зачем же мы пойдем на 55-й, когда есть поменьше... Оу, нет, нет, ну хорош. Пыхтун у нас здесь, да, значит, этот? Ядрить тебя на корень. Так, ждем, ребята, ждем. Давай, 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 строителя, обязательно. Малорик, ты просто умничка у меня.
Черт, а вот здесь будет туго. Он этого не пробьет. А, он сейчас стал немца бомбить. Хорошо. Я думал, он переключился на жирного. Черт подери, жалко, жалко, конечно. Ну, гаси ты этого некроманта. Нифига не получается. Она переключилась на жертряса и пока его не убьет, не остановится. Слушайте, а армия-то у него все растет и растет. Может быть, мне попробовать резака опять вызвать, а? Что скажете? Вдруг прокатит? Давайте подождем маленько. Блин, ну откатка, конечно, опупенная. Придется делать так. Ядрить тебя на корень. Эти еще бегуны бегут. Ну давай, 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 резак. Ну, вся надежда у меня только на тебя. Потому что... Черт подери, да убейте вы этого жирного-то, а? Готов. Так, отлично. Фух, была не была, как говорится. Если мы сейчас пройдем, это будет что-то. Это нонсенс какой-то. И, скорее всего, ребята, так оно и будет у нас. Великолепно. Я просто сам себе рад. 3 звезды. Поехали дальше. Так, что у нас тут, ребятушки? Слушайте-ка. 55-я миссия, по идее, у нас, да? Грядет. Блин, жалко, мы не можем взять никаких наград. Давайте тогда посмотрим, что здесь у нас получится. Довольно неплохо до этого все было. Так, смотрю, здесь у нас зомби-пожарник, да? Ладно. Так, еще один зомби-пожарник. И трухлявые вышли, которые не умирают. Ладно. Пускай подойдут чуть-чуть поближе, ребят. Ну давайте, что вы там еле идете-то? Во-во-во-во-во, ну это уже перебор. Так, давай. Шарлотта, я прекрасно знаю, что ты этих говнюков будешь великолепно бомбить. Гори, гад. Вот так вот. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Шикарно, просто шикарно. Сейчас они там погребут. Блин, вот строителя мне, конечно, неохота, с одной стороны, вызывать, потому что он сейчас, если попадет на огонь... Хотя... Шарлотта, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Хотя нет, а, нет, все-таки задел, горит. Горит у меня строитель. Но, тем не менее, он пошел уже бомбить баррикаду. Так, Чоппер, давай, не тупи, как ты это обычно у нас любишь. Махай своим топориком. Так, храбрость. Давайте еще одну шарлоточку вызовем. Черт, пробиться бы нам, а? Как-нибудь к этой баррикаде по-быренькому. Нет, все-таки пруд, пруд и пруд. Давай, резак. Ты меня еще пока никогда не подводил. За исключением тех моментов, когда тебя убивали. Слушайте, по-моему, не хочу, конечно, сглазить, но вроде бы... Все идет как надо, ребята. И... Есть! Есть, ребята, мы проходим с вами на следующий этап. 100%. Это шикарно. Так, и что у нас здесь получается? Вау! Ну что ж, давайте посмотрим. Так, ай, у нас горючки мало. Тайник. Опа-на! И сразу две бензинчика мы... добыли. Так, что возьмем? Какой уровень? Это что у нас тут? 56-й, сложно. А здесь? Нормально. Ну, естественно, мы будем начинать с нормального. Оу, нет, только не эти. Ё-моё. Помните, да, ребята, эти синие зомбари? Это камикадзе у нас, которые разбегаются в первого встречного моего юнита и уничтожают его. Да, тут надо вызывать Марины. Мне его как бы не жалко, он стоит дешево. Пускай он тратится на него. Вот так вот. Опа-на. Храбрость. Ну что же, наверное, давайте тогда вот так сделаем. Шарлотта, она сейчас будет у меня бомбить, по крайней мере. Да ну как же так? Я хотел, чтобы ты у меня бомбила вот этих вот дурачков мягкотелых, а ты сразу начала с жирного. Надеюсь, больше этих синих не будет. Хотя, если они
сначала... Вот, все, ребята. Ну, хоть ты выжила, молодец. Так, значит, их здесь будет по двое выходить. Интересно, с каким интервалом мы будем успевать разбирать эту орду или нет? Черт подери, давай, строитель. Нежданчик, конечно, тут получился у нас с вами небольшой. Но я надеюсь, должны как-то, как-то вырулить. Если выйдут опять эти синие, то все, шансов не будет у меня. Бонусы я пока тратить не хочу, хотя можно было бы. Блин, резака вызвать, что ли, а? И хочется, и колется, ребята. Давайте, наверное, мы сделаем вот так. И... давай, резак, беги, короче. Вдруг, вдруг... нет, нет, только нет. А ну как так, блин, вот только я вызвал резака, сразу выбежали эти камикадзе. Так, хорошо, хоть храбрость идет. Отлично. Значит, у меня сейчас строитель будет бомбить баррикаду. Будет, конечно, ага. Как видите, ему на пути встали гнилорукий и чувак в бронике. Причем, я не понимаю, он в синем этом бронежилете. К физической атаке он слаб, а к огнестрелу... точнее, к физической атаке он силен, а к огнестрелу он слаб. Где логика, не понимаю. Давай, 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 давай. Давай, ребята. Жирный там что-то. Ну... шикарно, ребят, что я могу сказать? Шикарно. 3 звезды, 57-я миссия пройдена на 100%. Ну разве это не чудо? Это какая у меня там, 3-я или 4-я миссия подряд? Шикандос. И у меня одна горючка всего. Это, конечно, жаль. Все, больше я ничего сделать не могу, к сожалению. Так. Угу. Ну что ж, давайте тогда, наверное, с вами немножечко подождем. Ну что, ребята, продолжаем с вами играть. Горючка у нас по полной программе. Денежка у нас накоплена, и мы можем с вами что-нибудь купить. Берет меня очень большой соблазн. Так, полицейский, да? 1700. А этот гунслингер. Давайте, наверное, этого возьмем. Или, блин, я вот не знаю, что лучше взять. У нас огнестрела, в принципе, достаточно, да? Просто мне интересно знать, что он делает. Я так понимаю, этот с УЗИ, а этот с дробовиком. Так. Так. И вместо, наверное, его... вместо чоппера, может быть, поставить? Давайте, наверное, вместо чоппера его поставим. Посмотрим хотя бы, что он вообще из себя представляет. Самому мне интересно. Ох ты, елки-палки, ребята, вот это бонус. 239 рублей за 4150 монет. Я считаю, что, наверное, надо воспользоваться этим моментом, этим шансом. И тогда я смогу что себе купить? Хм. Практически любого юнита, да? Смотрите-ка, ребята. Ну, я хочу вот этого, наверное. Или вы мне, как говорили, вот... нет, подожди, а где у нас САП? Которого вы все время мне рекомендуете. А, вон он. Все. Ну что ж, давайте тогда я, наверное, сделаю донатик небольшой. Так, ребятушки. Ну что же, хочу купить, наверное, вот этого вот. У него что тут? От стрелкового, от инфекции... и он еще отталкивает врагов. Угу. 3800. Да, недешево. А что поделаешь, ребят? Или все-таки лучше взять САПа, а? Оу, 9300. Ну и цены там, конечно. А этот у нас? Ну, я не знаю. Мне урон смущает его, ребят. Так, улучшает всех юнитов моих. От стрелкового урона защиты и от инфекции. Ну, урон маленький. У этого хоть десятка. Ладно, не судите меня строго. Ребят, купил. Может быть, пожалею, конечно. Но пока не попробую, ничего вам толкового не скажу. А вот вместо кого его ставить, пока даже и не знаю. Может быть, вместо... может быть, вместо вот так вот.
Ну что же, ребята, продолжаем. Так, это что у нас такое? Этот зомби пожирает трупы? Это что-то новенькое. Как это, интересно, будет выглядеть? Он будет свои жрать, что ли? Ну давай, 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 строитель, елки-палки, как же ты долго. Давай, вали. Ай-яй-яй-яй-яй. Уже от автобуса практически ничего не осталось. А что эти? Ага, вот они как жрут. Они, значит, уже мертвых своих же пожирают. И что это им дает? Блин, опять бегуны бегут. Елки-палки. И пробегает, естественно, мимо. Да-да-да-да-да. Не получится, по ходу дела, затащить, ребята. Печаль. 59-я миссия. Полный провал. Ну что же. Так, давайте-ка посмотрим. Не знаю, блин. Даже не проверить мне этого полицейского с дробовиком. Ну, мне почему-то кажется, что он бомбит так же, как и фермер. Может быть, только быстрее, если. Так, давайте заменим. Вот. Ну, усилить я здесь сейчас никого не могу. Элементарно не хватает у меня бонусов. 58-я невозможная. Что-то не хочу я ее проходить. Ага, давайте так сделаем. Прокачаем маленько свой автобус. Как видите, у меня повысилось 10 к хпшкам там и 2 к атаке. Была не была, как говорится. Оу, оу, жирные. В принципе, с одной стороны, это хорошо. Сейчас, если у меня даже Марины бомбанет по ним, он, конечно, погибнет. Ну и все в округе тоже. Да хорош бежать-то уже, эй! Немец! Одолели. Ну, давай! Да куда ж ты? Ну это уже как... Знаете, как нарочно, блин. Хочешь как лучше? Ну бомбай... О! Вот! Во, вот это вот сейчас было шикарно сделано. Он, видели, ребят, пнул его ногой. Как раз в этого жирного он врезался. И от этого произошел взрыв. Так, хочу я глянуть вот этого вот чувачка. Зачем я его покупал? Чтобы, естественно, посмотреть, что он из себя вообще представляет. Как же ты долго копишься, а? Ёлки-палки. Ну, давай, отлично. Давай-ка глянем, что он из себя представляет. Слушайте, ну, пока вроде бы меня устраивает. Да, единственный недостаток, уж больно дорого он стоит. Аж целых 40 храбрости. Не такой, да, довольно недешевый юнит. Ну, вроде бы, если посмотреть, как он держит оборону, то, наверное, он того стоит. Ладно, он еще, видите, отталкивает немножко назад врагов. Так, бегут, бегут архаровцы. Блин, надо что-то делать, ребята, давайте вот так вот сделаем. Ай, нет, 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 ну только не жиробас, ё-моё. Если он сейчас с ней столкнется, это будет печалька для меня. Ну, а если нет, то мы пройдем уровень. Слушайте, а жирные эти вообще, по-моему, не атакуют, да? Они просто идут как-то. Ну, 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 давай, 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 резак, там осталось тебе маленько. Ну, что я могу сказать, ребята, победа за нами. Ха-ха, по-моему, со 100%, да? Так оно и есть. Никто нас не ударил, 61-я миссия пройдена. Причем... шикарно просто-напросто. Так, и что у нас тут получается? Тыры-пыры, тыры-пыры. Вау-вау-вау, сколько мы... Ребят, уже почти половина 10 уровня. Бонус еще какой-то. Ну-ка. Шикарно просто. Ну что же, тогда давайте с вами что-нибудь другое придумаем. Раз там у нас не прокатывает наша тактика, надо ее менять. Это понятное дело. Ну что же, погнали. Думаю, на этот раз у нас все получится. Ну что ты идешь там, хламонище, жирные. Давай, 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 Марина, быстрее, быстрее, добегай. Только не приключайся на этого. Ай, ну как всегда, вот, да. Добегает, дрейфанул и переключился, естественно, на робот. О, ладно. Такой вариант меня устраивает вполне. Ну, тут, смотрите-ка, еще 2 жирных. Давай, дробаш. Стреляй ты, ядрить тебя на корень. Ты мне должен... Ай,
Ну, у него, ребята, дробью, поэтому он может задеть жирных. Ну? Что ты там ручонками своими трясешь? Есть! Сработало! Все шикарно, ребят. Как нельзя даже лучше, я бы сказал. Да, конечно, против в касках он слабак. Потому что у них защита от огнестрела. А, елки-палки, хотел вызвать пулеметчика, но потратил, как видели, на генератор. Ага, уже накопил. Подождем, подождем, ребята, подождем маленько. Может быть даже... Нет, воспользуемся все-таки. Потому что жирные на подходе. Ах, чуть-чуть не хватило. Но это ватные, ребята, это ватные. Сейчас мы их разбомбим. Слушайте, довольно, по-моему, легко все идет. Никаких особых проблем я здесь не вижу. Не зря ее называют легкий уровень. Хотя, блин. Давай, резак. Не подкачай. Жги. Давай. Да елки ты палки, а. Резак мой взорвался. К сожалению. Давай, строитель. Ну, давай, ну там осталась-то крохотулька. Да, бомбитый. Пока ему никто на пути не встретился. Хотя нет, нифига, ребята. Все, его и замочили еще к тому же. Ай, давай. Этот, как я, полицмейн. Давай, бомби по жирным. Они сейчас как раз взорвутся. И будет тут полный фэншуй. Бомби своей дробью. Да, слишком плотная стена, ему не пробить. Ладно. Ёлки-палки, его еще сейчас нагреют. Да ну, да вы посмотрите тут просто, ну как тут пробиться-то? Такой плотняк, воу! Есть, есть! Ну давай, 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 строитель, добегай быстрее! Два удара там и все. Ну? Ёлки-палки, ребята, ну это просто по кайфу. 71-я миссия пройдена со 100%. Мы получаем деньги, 90 опыта. Что может быть лучше? Ума не представляю. Сейчас мы еще откроем карту. Ух ты. Давайте-ка. Еще бонус какой-то. Тайник. Два бензинчика. Ну что же, 7. Нам хватит, ребята, на 2 боя. Приступим, как говорится, да? Так, у нас здесь жирные радиоактивные упыри, значит, да? Тихо, бегун, ты далеко там собрался-то, а? А, нет. Он все-таки с перекурами бежит. На-ка! Захотел, а? Не тут-то было. А вот так мы не договаривались, блин. Какого лешего здесь эти дуры появились? Эх, жалко мне, конечно, моего работягу. Сейчас ему настанет хана. Потому что будет большой бум. Даже до этого не дошло дело. Что, да, а вот так вот сейчас будет шикарно. Это я вам гарантирую. У них к огнестрелу, как знаете, слаба защита, поэтому генератор, это само собой. Оу, а чё, неужели так далеко брызги отлетели от этого урода, что даже на таком расстоянии... Эй, красотка, ты куда там разогналась, а? Отдохни-ка, блин. Черт подери, ну, ребят, все, 3 звезды нам не светит. Но я уже думаю не о звездах, а о том, как бы пройти вообще этот уровень. Получится ли у нас? Ё-моё, ты-то какого лешего прям возле автобуса воскрес. Так, храбрость. Давай, кого взять-то? Давай так делай. У меня просто строитель самый такой, скажем, мощный. Ну и он должен противостоять этим упырям всем. Так, хотя я зря это сделал, ребята, зря. Ну, нарочно не придумаешь просто-напросто. Вот как только вызываешь, да, начинается всякая шелупень бежать. Так, отлично. Так, у меня сейчас будет пулеметчик готов. Хотя я думаю, что от пулеметчика здесь мало будет толку. Давайте мы поставим еще один генератор. И попробуем, как говорится, взять нахрапом. К тому же пулеметчика мы всегда сможем с вами вызвать. Он всего лишь соточку стоит. А нам главное здесь простоять, продержаться. Так, музыка обостряется. Значит, скоро побегут. Тихо, отлично. Ну что же,
все, вся надежда только... Нет, строитель, конечно, здесь не выживет, это однозначно. Но мы еще одного вызовем. Храбрость. Блин, у меня, кстати, очень мало, ребята, юнитов, которые рукопашкой занимаются. Вот только строители марины, все, больше никого нету. Да, надо будет поменять мне потом формацию мою. Не нравится мне. Забать, только встал сразу. С дробовика получил, блин, двойной выстрел. Ну, давайте, давайте, не подкачайте меня, работяги. Воу-воу-воу-воу, я ж думал, волна. Так, ну, есть. Ну что ж, ребята, очень даже хорошо. 72-я миссия пройдена. Ну, конечно, не на 100%, зато пройдено. Продолжаем. Что у меня там по горючке-то? Ага, 5 бензинов. Открываем карту. Тут еще можно приоткрыть маленько. Ага. Ну что ж, давайте глянем, что здесь нас ожидает. Слушайте, такое ощущение, что повторяется, да? Начиналась эта миссия так же. Опять этот пухлый, ага, и бегун очередной. С перекуром, без? Без почему-то он бежит. Это что, Марина, ты у меня что... А, нет, это шериф ему помог. Я думал, нифига он там пинка-то дал ему на один удар. И тот отдуплился. Хотя Марина уже прокачан довольно так, ну, как сказать, неплохо. Ну, не хорошо, но и неплохо. Средняя такая, скажем, прокачка у него. Так что он не такой ватный. А вот полицейский меня немножко расстраивает. Если честно, в нем, как вам сказать, недостаток есть один, что он слишком долго. Вот, смотрите, пока там перезарядит. Ну и строчит как-то не особо метко. Так, давай, давай. Сейчас... Нет, не задело, не задело, это хорошо. Я думал, сейчас просто в полицейского попадут брызги, и он там отдуплится. Но ничего такого не вышло. Так что пока все у нас под контролем. Блин, ну как так? Ну елки-палки, ну хорош, хорош, хорош. Эх, два полицейских, зачем они не здесь? К тому же, смотрите, у нас в основном-то кто? Ой, да он еще и ватный, оказывается. Не смог противостоять какому-то зомби, а? Ну бомбиты, елки-палки. Нет, все-таки полицейский это не то. Я не знаю, может быть, тот был бы получше, который Сузи. По крайней мере, у него написано было повышенная скорострельность. Ну и, как вы понимаете, у меня вся надежда опять на моего резака. До этого, по крайней мере, все у нас прокатывало. Так, храбрость, давай-ка. Шарлотушка, прикрывай. Ну бомбите, бомбите вы. Так, резак. Нет, 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 не надо, не надо. А, пробежали мимо, это хорошо. Ну что же, ребята, наверное. Да-да-да-да-да, мы проходим с вами этот уровень. Эх, резачок мой, молодец. Работает как надо. 74-я миссия позади. Я не знаю, я потом, наверное, в дальнейшем буду проходить те же самые миссии, которые сейчас пройдены там с одной, с двумя звездами, на три. Но это будет после того, как я пройду всю основную сюжетную линию, если так, такое вообще случится. Ну что, пробуем. Так, Пыхтун. А вот этот вот, по-моему, у нас... этот уже конкретно готовый солдат в бронежилете. Естественно, пули его не берут. Ну, а этот... Да выкуси ты, иди отсюда, прибежал. Все, пошла волна. Они тронулись. Давайте так сделаем. Конечно, если честно сказать, полицейский, я думаю, здесь не в тему. Хотя он этого некроманта должен завалить. Отлично. Слушайте, он довольно неплохо снимает вот эту защиту им. Полицейский. Но урон слишком маленький, да. Слишком маленький. Если его, конечно, прокачать, может быть, тогда он так бы бомбил. Ай-яй-яй, сейчас ляжет. Ёлки-палки, он слишком слаб против ближнего боя. Как вы только что заметили.
У меня просто не оставалось выбора, ребят. Надо было как-то стоять. Потому что смотрите, какая волна уже прет. Да, может быть, я, конечно, об этом пожалею, что я потратил бонус, но тем не менее. Не солить же, как говорится. Так, отлично, мой строитель там нормально так орудует. Сейчас он этого полицейского тоже нахлобучит. Так, главное этого некроманта шлепнуть, а? Резак, побежал. Я на тебя надеюсь. Ты меня еще не подводил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, пробеги мимо. Мимо, отлично, он пробежал мимо этот. А вот этот уже не пробежит, по ходу дела. Ай-яй-яй-яй-яй. На нее идет, да? Нет, глядите-ка, прошел мимо. Слушайте, так возможно мы сейчас с вами и пройдем эту миссию-то. Да? Да, ребята, на 100%. Блин, вот это шикарненько вышло все у нас. Я просто очень рад. Довольно успешная серия получилась. И открывается у нас карта. Перепыры траливали. Ай, у нас и с бензином засада оказывается. Ну тогда, ребят, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. Играйте и побеждайте. Всем удачи.